детские технологии, и на уровне человека не поплюет за один час можно посмотреть тысячи экстрактивных лица, которые ставят того, что нужно потерять на счастливые годы. Позволяет не остаться с источник энергии, который можно включить ударом из синего кварца. Значит, для этого нужно сделать более гладкий вариант, то есть уже его дошлифовать. И после этого настроить оптическую ось. Значит, сейчас мы проверим, какая шероховатость заготовок. Ну, здесь у нас И заря зарянится лучом рассветным, укажет мне путь домой. На земле, что столетиями прославляется босыми ногами стоит. И о дочери Божьей, о русской красавице, голубоглазой пою. Ее имя Русь, великая, ясноокая, светлоликая, ее имя Русь, красавица, волосальца, рука зера стилается, Русь, священная, многомудрая, вдохновенная, ее имя Русь, ранимая. А вот скажите, небесами хранимая, не вышел, потому что, ни на пятках ищи ее, ни на глобусах аршинам не измеряй. Лишь на девах славянских, да хоровода, в глазах россиян читай. Может, нет в России заслуга
особенных на сердцах минут у нее. Значит, здесь будет дешево это тело и родину, и русское имя мое, моя матушка Русь, великая, ясноокая, светлоликая, вечная Русь, красавица, волоса лиса, рукодёра стелаться Русь, священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь. И все, родимая, небесами хранимая, да своя пропуль, это уже я гляжу на ручни, в небе радуги вышиты, привет от грибного дождя. Знаю я, мы на этой земле души пришлые, однажды уйду и я. Только русское стану, сколь надо родиться, в другой стороне уже. Ведь русским зовут не за верность границам, за светлые просторы в душе. Для того, чтобы ведь русским зовут наш план, незаверно. Поэтому ждем вас с вашими предложениями. Резонатор – это, значит, устройство, которое позволяет получить колебания большой амплитуды. Нам нужно получить скрещенные поля, чтобы извлечь энергию. Нам же нужно создать скрещенные поля, а вот они должны создать скрещенные поля, нужны либо несколько резонаторов, либо резонаторов средних ходов. Вот, несколько резонаторов, они позволяют между ними сделать скрещенные поля. Вот, а если мы ложим амплитуды, то скрещенные поля получаются прямо на резонаторов, и чем меньше у них потери, и чем выше добротность, тем выше поля можно получить. Грубо говоря, что такое добротность? Это величина обратная потеря за один цикл колебаний. То есть, если мы изменим настройку оптической оси, ну, сделаем ее гиперпедикулярно, вот, то это все равно, что в двигателе внутреннего сгорания плохой подсыпник, он просто не сможет крутиться. То есть, если у нас оптическая ось кристалла будет не строго перпендикулярно плоскости резонатора, вот. Но у нас добротность может упасть в 10 раз, тогда мы не сможем их выяснить. Скажите, вы будете не хранить, видно, что картина поворачивается вместе. Полной грудью вдохну, принесенный ветром запах трав, напоенный росой. И заря зарянится лучом рассветным, укажет мне путь домой. На земле, что столетиями прославляется босыми ногами, стою я дочери Божьей, о русой красавице, голубоглазой пою, ее имя Русь. Великая, ясноокая, светлоликая, ее имя Русь. Красавица, волоса лиса, козёр раздевается, Русь. Священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь. Родимая, небесами хранимая, ни на картах ищи ее, ни на глобусах аршинам не измеряй. Лишь на певах славянских да хоровода в глазах россиян читай. Сколько троп и дорог вместе с нею пройдено, сердце поет для нее. Просто Русь мне дала это тело и родину, и русское имя мое. Моя матушка Русь, великая, ясноокая, светлоликая, вечная Русь. Красавица, волоса лиса, вдруг озер расстилаются, Русь. Священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь. Родимая, небесами хранимая. Ой да, ой да да, ой да. Ой да, ой да да, ой да. Ой да, ой да да, ой да. Эх, эй, да, ри, да, ой да, и да. Ой да, ой да да, ой да. Ой да, ой да да, ой да. Ой да, ой да да, ой да. Эх, эй, да, ри, да. Я гляжу на ручник, в небе радугой вышиты, привет от грибного дождя. Знаю я, мы на этой земле души пришли, однажды уйду и я. Только русская стану, сколь надо родиться, в другой стороне уже.
Ведь русским забуд не за верность границам, за свет и просторы души. Ведь русским забуд не за верность границ, за свет и просторы души. Мы уже работаем над тем, чтобы... Я люблю тебя, Русь великая, ясноокая, светноликая. Люблю тебя, Русь красавица, волоса лица, вдруг озер раздеваются, Русь священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь, родимая, небесами хранимая. Я люблю тебя, Русь, родная моя, небеса пусть хранят тебя.